Moscow Construction, добрый день, алло. Алло, зачем звоните, если молчите? Что-то интересное увидел? Ну так. Вот, привез две пачки глянцевой бумаги, верно? Угу. Может, возьмешь? Положи на стол, спасибо. Вообще, заранее как-то все можно заказывать? Ну, закончилось, извини. Вик, следить надо. Я не курьер. А кто ты? Я водитель. Угу. Да, Михаил Дмитриевич. Вика, отнеси, пожалуйста, ребятам в переговорку оригинал Мазуковского. Да, сейчас отнесу. Так где сиди в машине, водитель? Ой, ответь, а я сейчас. Скалы Констракшн, алло, добрый день. Алло. Ну, говорите. Правда, чего звонить, если молчите? Не надо. Я сама. Иди уже, утомил. Игорь, подожди, стой. Тут письмо, ошиблись адресом. Дом на соседней улице. И что? Может, отнесешь? Все равно ждать будешь. Я сказал, я не почтальон, я водитель. Да брось. Это же рядом. Прогуляешься заодно. Тебе что, сложно? Представь, 16. Да мне пофиг. Спасибо. SKL Construction, добрый день. Черный кофе без всего. 150. Кофе возьмите. Да, спасибо. Иванцова В.А. здесь живет?
Простите, я письмо принес вам, наверное. Позвольте. Как мне не жаль, но вы ошиблись. Вы на Лесной улице, а на конверте другой адрес. Там Лесная. Лесная, 16, квартира 13. Попрошу убедиться. Сейчас. Да, привет, Вика, это я. Слушай. Алло. Алло. Это я говорю. Я тут пришел по адресу, а... Алло, Вика, ты слышишь меня? Зачем звоните, если молчите? Не расстраивайтесь, юноша. Память иногда играет с нами злые шутки. Сейчас. Вы отнесете конверт по адресу. Слушайте, вот вы оставьте его себе, если хотите, а я его больше никуда не понесу. Царский червонец. Вещь ценная. Второй получите, когда конверт по адресу доставите. Вы ведь не обманете меня, юноша? Знаете, как говорится, неправдой можно свет пройти, только назад не вернуться. И не вздумайте открывать конверт. Горе тому почтальона, который письма чужие читает. Уснул, Игорек? Да, Михаил Дмитриевич, извините, что-то не выспался. А куда едем? В роддом. Дочка родила. Поздравляю. Спасибо. Мальчик, девочка? Парень. Антохой назвали. Кстати, это тебе. Это что? Ну, открой, посмотри сам. Держи, держи. Горе тому почтальону, который письма чужие читает. Что, простите? Жил на свете бродяга один. Тихоном его звали. Скитался он по земле, где что украдет, кого ограбит. И вот однажды наказали его, обязав письмо доставить. Только Тихон то письмо не доставил, вскрыл. Что в том письме было, никто не знает. Да только с той поры мор по земле пошел. Чума сотнями людей косить стала. Вот, тогда и появилось в Москве чумное кладбище. Игорь, тормози! Приехали! А? Задумался, что ли? А? Тормози, говорю! Стоп! Ты... Конверт-то открой. Позвали меня сегодня вечером на одно мероприятие. А у меня, видишь, внук, все, дела семейные. А ты сходи. Девушка-то у тебя есть. Ну так тем более сходи.
с кем-нибудь познакомишься. Так, все, я на сегодня все дела отменил. Ну, и ты свободен. Меня зять заберет. Спасибо. До понедельника. Алло, мам, привет. Сыночка, привет. Как у тебя дела? На работе, мам, не могу говорить. У тебя все нормально, сынок? Ты сон плохой видела. Мам, ты опять за свое. Все, давай, не могу. Пока, некогда. Позвони мне, ладно? Угу. Второй получите, когда конверт по адресу доставится. Не обманите меня, юноша. Черт. Ты как? Нормально. Молодой человек, вы уронили. Спасибо. Где штапеток приложился-то, а? Деталь точно покрас. Зеркало, зеркало, под замену. Подождать придется. Серег, машина послезавтра нужна. Горяныч, ну ты же меня тоже пойми. Я работаю в море. Ну, помоги мне, сделай это по старой дружбе. Ты мне за ту работу должен больше пятнашки, а это на десятку минимум. Смотри. Что это? Николаевский червонец. Чистейшее золото. Николаевский червонец 1906 года? Что, настоящий, что ли? Ты настоящий, настоящий. Куда он у тебя? Неважно. Ну что, возьмешь? За работу. Только машина нужна послезавтра. Не вопрос. Все сделаем. Тихо. Че? Слышишь? Ты че, Игорь? Вот звук этот. А девочка маленькая не заходила? Нет. Бумажные письма, класс. Эти штуки нам все заменили, да? Да. Меня Лена зовут. Игорь.
Ну и чем занимаешься, Игорь? Что тебе нужно, Лен? Познакомиться. Чё-то я не понял. Ты чё, уже себе нашла кого? Вали отсюда. А ты чё, подкатываешь к ним, что ли? Ну-ка, пойдём, поговорить надо. Я не хочу с тобой говорить. Пойди сюда. Не хочу. Ну, прошу тебя, пошли, поговорим. Что там делаешь, а? Ничего. Ты что, по сумкам шныришь, что ли? Чего? Ты что? Что? Поняли? Дай паспорт. Так, Чусин. Я. Соответственно. Никуда не уезжать. Родителям позвоню, вызову вместе с ними. Все свободно. Андрюх, оформишь? Угу. Марин, займись, а. Серега, отвали. Ну он что, похож на малолетку? Серега, обезьянника его проводи. Давай. Злодей терпила? Да, походу, обоюдка. Ну так, без жести. Ты разберись. Пойдем. Ну давай уже. Спасибо тебе. По лестнице наверх. Давай, давай, давай. Потом направо. Дим, ты чего? Да ща, когда ты почищу. Собрала эта дискотека уже. Проходим. Стой. Проходим. Телесный есть? Нет. Нет, так нет. Жалоб нет, претензий нет. Нет. Отлично. Чего вы меня забрали? Второй ты свалил? Давай так, я сейчас все быстро оформлю, заполню. Разъяснения твои мне не нужны. Уже все понятно. Объяснительную подпишешь, 20 минут посидишь и пойдешь. Договорились? Договорились. Бежи. Вот, в машине нашли. Сережа, стучаться надо. Может, вам кофе? Вали, давай. Твое письмо? Да. Что за письмо-то? Я не знаю. Я из-за него здесь. Озерина. Сейчас ищем свидетелей с места аварии. Запрос на камеры ГИБДД сделали. Да понимаю я. Соболезную. До свидания. Из-за письма, говоришь, подрался? Да. То есть нет, но как бы... Да. Косвенный. А не Кушин и ДВ. Это кто? Без понятия. Ты не знаешь, кто это? Чего тогда с ним таскаешься? Выкинь его нахрен. Черт! Ну и что в этом письме-то? Не знаю. Ну давай посмотрим. Не надо. Чужие письма вскрывать нельзя. А мы аккуратно.
Послушайте, не надо. А ну-ка сел. Сел, успокоился. Я же тебе сказала, будь в кабинете. Ты чего? Видела сейчас девочка там была? Увидела, и что? Это все из-за нее. Чего из-за нее? Старуха, из-за нее. Конверт, и это драка. Я же говорил тебе, не надо вскрывать конверт. Ну, я же говорил тебе, я предупреждал. Тихо, 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 спокойно. Будник, у нас там девочка была, где она? Какая девочка? Че у вас там? Где свет? Ну, смотри, как по заказу. Маленькая девочка, лет 10. Наверх поднималась. Какая девочка, у меня мух не пролетит. Ну, сама смотри. Сейчас перемотаю. Она там, в коридоре стояла. Давай. Стоп. Назад. Когда я здесь была? Так, погоди. Вот. Была же девочка. Хмурится, что ли? Там старшине совсем хреново. Скорую вызовем. Так отказывается. Марин, глянь, а? Может, давление померить? А то он бледный, как смерть. Ладно, сейчас иду. Иди давай. Больше не хулигань. Иначе будем разговаривать по-другому. Послушайте. Я говорю, иди. Не до твоих девочек. Кстати, Марина зовут. Какой там адрес на конверте написан? Полтавская, 32. Полтавская, 32. Что? Женское любопытство. Оказывается, женщина. Ого. А ты, оказывается, шутник?
Да, конверт. Ну вот, все правильно. Только здесь не живет никто. Дом или под снос, или под реконструкцию. Некому тебе твой конверт доставлять. Нет, давай уж проверим, раз приехали. Озерина. Да, здравствуйте. Послушайте, я все, что знала, вам уже сказала. Да я ж просто следователь районного ОВД. Да мы правда ищем. Марин. Я сейчас тебя догоню. Да, я понимаю, что вы потеряли ребенка. Я вам, если что-то узнаю, сразу позвоню. Письмо на ваш адрес Никушиной ДВ. Заходи. А вы что, не переехали? А то я смотрю, здесь вроде всех расселили. Всех, да не всех. Я, судя по всему, здесь надолго. Префектура борзеет. Квартиру новую не дают. Вроде того. Садись. Письмо о Никушиной и ДВ. Вы ее знаете? Садись. Жахнем. Нет, нет, меня ждут. Я... Пей. Это жена моя. Она это письмо давно ждет. Ты, значит, почтальон. Чем это ты так провинился? Провинился? Почтальон, стало быть, провинился. Я вас не понимаю. Может, жену позовете, я ей письмо отдам. Разошлись мы. Не смог я с ней жить. Она баба красивая, молодая и... Я старею, а она... Возьмите письмо. Ни к чему оно мне. Ты ей его передать должен. Но она только с дочкой нашей видится. Давай, я тебе дочкин адресок черкану. Слышь.
чтоб меня отпустили! Не могу я здесь больше! Да, я понимаю, что вы потеряли ребенка. Я вам, если что-то узнаю, сразу позвоню. Марина, ты же уже это говорил. Что? Я же тебе сказала, иди, я тебя догоню. Я уже был там. В смысле был? Седьмая квартира. Вот здесь. Постой. Этот мужик, он адрес написал. Вот, смотри. Слушай. Это его кровь. Пальчик. Будник. Привет, это я. Не в службу, а в дружбу. Я тебе там пальчик кинула, проверь. Марин, сейчас сделаю, но вообще сменился уже. Время ты видела сколько? Сколько? Начало 11-го. Будник, меньше слов, больше дела. Время сколько? У меня 15:30, у тебя? 15:45. Так, поехали куда-нибудь поедим. Что-то у меня голова не варит. Будник ответил. И что там? Пусто? Да нет. Аникушин Федор Андреевич, 1910 года рождения. Осужден в 1945 году за попытку убийства жены Аникушиной Дарьи Владимировны. Освободился в 1950-м. Сразу новый срок. За что? За то же самое. За попытку убийства жены. Снова неудачно. 10 лет. После освобождения в 1960-м покончил с собой, вскрыл вены. Тело обнаружено в его квартире по адресу Полтавская, 32, квартира 7. Здесь фото. У него глаза нет, да? Какой он адрес написал на конверте? Марин, не надо тебе это. Ты я вляпался в эту историю. Я должен сам. Конверт давай. Сущевский вал 19. Поехали. Странно, адрес не пробивается. Ладно, разберемся. Зачем ты со мной возишься? Тебя что, дома никто не ждет? А тебя? Приехали. Доброй ночи.
Полиция, открываем. А в чем дело? Ищем подозреваемого. Но если он здесь, он уже никуда не сбежит. Кладбищенский юмор? А ищем кого? Ани Кушину, ДВ. Есть здесь такая. Проходите, проведу. Разве здесь хоронят еще? Бывает. Не часто. Но привозят. Кладбище наше небольшое. Кладбище по необходимости. В смысле? Чума была в Москве в 18 веке. Покойников много. Хоронить стало негде. Вот решили их здесь закопать. Много? Тысячи. Там туда. Вот она, Ани Кушина. 46-й участок. Все верно. Ани Кушин Федор Андреевич покончил с собой и вскрыл вены. Она только с дочкой нашей видится. Значит, это его дочь, Маша. А нам нужна его жена, а не Кушина ДВ. Представляешь, сколько ей должно быть лет? А кто памятник ставил? Женщина. Молодая, красивая. Она часто эту могилу навещает. Да, на ее есть? Ну, есть, конечно. Идемте. Ты ей его передать должен. Все записано. У меня здесь порядок. Вот, пожалуйста. А имя, фамилия есть? Нет, только номер. Ты кто? Жил на свете бродяга один. Тихон его звали. Скитался он по свету. Где что украдет, кого ограбит. Но однажды наказали его. Обязав письмо доставить. Старуха дала мне конверт. Я взял, да и открыл. Думал, там богатое что. И мор пошел. Чума сотнями людей косить стала.
проклятие ведь не просто так дается. Провинился тот, кого почтальоном делают. Я не виноват. Ты прячешь грех в душе. А сам гниешь изнутри. Душа твоя нарывами покрыта. Доставь письмо. Игорь. Игорь. Пойдем. Что случилось? Пойдем отсюда. Я телефон твоего адресата узнаю. Хорошо. Ты чего? Пойдем, пойдем. Игорь. Останови машину! Эй, ты куда? Ты что, обалдел? Наши выезжали сюда недавно. Здесь урод какой-то. Ребенка сбил на Марсе. Марку знаете? А почему не поймали? Знаю Марку и цвет. Черный. Его камера на банкомате засекла. Женщина эта теперь мне сутками звонит. Да пьяный, небось. Сбил и смотался. Что? Что уже изменишь? Уже изменишь? Надо было просто вызвать скорую. Девочка жива была.
Она там час пролежала. Марина! Выслушай меня сейчас. Ты виноват. Но в твоих силах все изменить. Маринь. Ты все правильно понял. Ты почтальон. И должен доставить конверт. И теперь все зависит от тебя. Ты на месте. Адресат там. Не кушано, ДВ. Что у вас там? Только быстрее, я тороплюсь. А мне нужна не кушано, ДВ. Это я. Это вы? Дарья Владимировна. Вы адресат. Это письмо вам. Возьмите. Ну что ж. Я знала, что рано или поздно вы придете. Договор есть договор. Прости. Я не возьму его. У меня другие планы.
Сейчас позвольте вам представить нашу чудесную виновницу сегодняшнего торжества. Всегда красивую, молодую и успешную Дарью Аникушину. Встречаем! Друзья, сегодня очень важный момент в моей жизни. К этому моменту я шла долгие годы. Вы, наверное, даже не представляете, насколько они долгие. Но сегодня мы будем чествовать не меня. Мы будем чествовать жизнь. Жизнь, которую благодаря нашему фонду я хочу подарить нуждающимся. Дамы и господа, у вас сегодня есть шанс не быть в стороне, а помочь. Ведь напомню вам, что все средства, вырученные на сегодняшнем аукционе, пойдут на благие цели, будьте в этом уверены. Так давайте вместе сделаем этот мир светлее, зеленее, а всю нашу долгую жизнь. Я не возьму. Возьмешь. Что происходит? Это письмо тебе. Бери. Кровь. Я не возьму его! Должна будешь отдать самое дорогое. И вы сделаете меня моложе? Я остановлю для тебя время. Ты перестанешь стареть. Навсегда. Всю свою жизнь ты будешь выглядеть, как в этот день. Но однажды я пришлю за тобой человека.
за это я должна была отдать свою душу. Хотя что это такое? Душа. У тебя она есть, а ты ее не знаешь? Откуда же знать мне? У меня ее нет. Ты согласна? Согласна. Я должна что-то подписать, договор. Пей. Это и есть наш договор. Время пошло. Время вышло. Конверт. Я не хочу этого. Я не буду его брать. Бери. Таков договор. Уходи. Иди. Чего здесь одна? Я потерялась. Я к маме хочу. Сейчас. Сейчас найдем. Сейчас найдем твою маму. Сейчас. Девочку нашли? Я нашел. Марина. Мы знакомы? Возможно. Ну что, замерзла? Потеряшка. Поехали домой. Тебя мама ищет. Thank you.
Гость из нас не только в беде.